Так, пару слов-то могу сказать. Покажи, как называется-то. Допустим, снял ее, замочек, кинул в этот бутылку с вайт-спиритом, там, с чем-нибудь, отмочил ее, грязь эту лишнюю, да, допустим, подсохла. Ну, лучше это на воздухе делать свежим, чтобы, или на балконе, там, чтобы проветрить, чтобы не вонять дома. И потом тряпочкой на сухую вытер, и цепь чистенькая вообще, то есть... Мытая, все как надо, ни песка мне, ничего нет. Термометр цифровой. Тоже проверять давление. Покрышка тоже нужная вещь. Шестигранники. Вот. Запаковано так что. Ну, что там. Сюда вставляется цепь. Ну и потом вот эти тут штырь такой, он это выдавливает звено, пин. А приходилось уже в пути? Ну пока нет, не обрывалось. Цепи рвутся, когда сильно в горку ломишь, там может быть неудачно переключился. При переключении часто бывает. То есть ты переключаешься в момент этого, начинаешь крутить педали, и это происходит вот этот вот срыв. Thank you.
Чего, Сергей, нужно знать начинающему велотуристу? Ну, для начинающих я бы, наверное, посоветовал сначала иметь в комплекте с велосипедом, значит, аксессуары, такие как запасная камера, допустим, насос, вот, какой-то простейший ремнабор, то есть, чтобы можно было в случае где-то, ну, какой-то прокол небольшой, можно было просто либо заменить камеру, либо подклеить ее, если камера, допустим, не оказалась. Вот. Ну, это из ремнабора, допустим. А если из питания что-то, допустим, с собой брать воду, допустим, чай какой-то, обязательно пить воду, то есть на все время, когда едешь, нужно обязательно пить. То есть, когда мы потеем, у нас жидкости из организма уходит много. Жидкость необходима для коленных суставов, то есть обязательно, чтобы потом не было проблем с этим, со здоровьем. Ну и для еще для безопасности, наверное, порекомендую одеваться поярче, вот, чтобы на дороге выглядеть заметным быть. Для своей же безопасности это будет очень хорошо. Одеваться, то есть одежду светоотражающую. Ну и если в темное время суток ездить планируется езда, значит тоже фонарь иметь передний, задний. Вот. И в принципе это основное, что я бы посоветовал для начинающих велосипедистов. Ну, а дальше уже сам с опытом это все придет, понимание того, что еще необходимо будет. Вот. В принципе, так, вкратце. А я вот такой бочонок круглый, и там резьба. Вот. И нету таких у нас волков. Вот. Я горелку-то купил на Алиэкспресс. Она 300 с копейками стоит. У нас такая же горелка. Ну там производитель другой, но там они все равно один фиг с Китая все везут. Просто каждый производитель под своим именем потом это все как бы там делает, якобы там следопыт, допустим, производитель. 1500 стоит у нас, а там 350 рублей. Разница есть, ну, почти в 4 раза разница. Вот этот шип. Вот стегнулся, вот она, эта нога. А чтобы выстегнуться, просто раз и все. Вбок. Там так сделано специально.